собаку. Посмотри аккуратно на собаку. Видишь, начинает. Собаки с места. Стреляй. Стой. Сейчас он подойдет. Все, стоп, все, отлично, молодец, Миша, молодец. Сейчас аккуратно подходим. Видишь, на нас пошел. Ага, я подождал пока. Молодец, все правильно сделал. Пойдем, Вадим. Ружье наготове, только держи. Молодцы собакены, молодцы. Молодцы. Он, похоже, тот. Молодец, Форест. Миш, подойди сюда. На всякий случай, наготове подержи. Хер его знает, может быть. А? Нет, не та берлога, ты чё? Ну, хер его знает, то ли у него запасная была берлога. Молодцы. Ну уже ощипали вы его. Ну все. Вот он, Мишка. Фу. Молодцы. Ты куда-то, ну прям, мне кажется, в грудак, потому что он сразу завалился, ткнулся, блядь. Стоп. Мамка, по-моему, что ли? Сейчас посмотрим. Все, молодцы. Ну, блядь, все ощипали уже ему. Отойди. Миша, давай перевернем. Мамка, ага. Слушай, ну это она может быть. Вот, видишь, смотри, это вот кто-то стрелял. Вот грудак, блядь. Все. Молодцы. Не сильно большая, но и не маленькая.
Ой, блин, прости нас. Прости я. Мамка. Все, успокойтесь. Ну все, теперь работать нахуй надо. Давай сфоткаемся, хоть положим ее. Давай. Красиво вот сюда. Надо. Пока светло. Все. Так, надо тогда. Ты мордой на эту? Да, мордой на эту. И лапы тоже. Так. Стойте, нельзя. Да не, нельзя. Давай ты на завод. Сейчас, я просто перееру. Все, так, больше не надо. Ну, я думаю, наверное, это та ушла. Фу. Будет пойти проверить. Вот так. Фу. Даже надо по следам посмотреть. Мне, блядь, что-то. Мне кажется, здесь крупнее. Это она крупнее, чем там след был. Вот такая вот штуковина. Кошка. Я, блядь, снимаю, она выскакивает, сука. Я еле успел фотоаппарат убрать. Так, знаешь, что надо? Карабин. Надо хранить его. Предохранитель поставить. Он чуть-чуть вперед и вниз. Нельзя! Нельзя! Ну-ка, нельзя! Прекратите! Фу! Фу! Уходи! Форсь нельзя! Блин, они шевели! Форс, иди, блядь, оттуда вас все, блядь, шкуру, блядь, порвали, нахуй! Ну, мой.